В зале «Воинская слава» началась серия открытых уроков для школьников, темой которой стало 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Первыми рассказ о необъявленной войне услышали сегодня ученики 14-й школы. Когда воины-интернационалисты, которые выполняли миротворческую миссию в Афганской республике, начали возвращаться домой, родители этих ребят, вероятнее всего, сами были школьниками. Но если тогда о вооруженном конфликте в горах знали все, то нынешние девятиклассники чаще всего подробности тех событий узнают на подобных встречах. Среди фото героев войны участники нашли выпускников своей школы. Девятиклассники состоят в патриотических клубах. Также среди ребят есть юнармейцы. Люди, в том числе и ребята, а ребята, наверное, в первую очередь, должны знать свою историю. Кто не знает своей истории, не имеет будущего, они зря так говорят. И поэтому, конечно, тяжело. Мы знаем, что афганская война, которой посвящена сегодняшняя выставка, она досталась большой кровью. Вывод войск из Афганистана закончился 15 февраля 1989 года. Война длилась 9 лет. За это время она унесла тысячи жизней. Среди них были и солдаты из Новгорода. Домой, по данным новгородского военкомата, не вернулись 40 человек. О некоторых из них рассказали сами девятиклассники. Они говорят, что пока не проходили афганскую войну на уроках истории, но решили заняться ее изучением самостоятельно.